15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. В этот день, 29 лет назад, закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих солдат. Чтобы поздравить афганцев-ветеранов и почтить память погибших воинов-интернационалистов, в Копейске прошел традиционный митинг. Участники боевых действий, родные не вернувшихся с войны бойцов, представители администрации города и юные кадеты собрались на этом мероприятии. Огромная благодарность вам, уважаемые мамы, за то, что вы вырастили своих ребят. Огромная благодарность всем тем вашим боевым товарищам, которые не забывают и приходят сюда, чтобы отдать дань уважения нашим бойцам. И, конечно, слова напутствия нашим кадетам, тем, которым предстоит подрасти, получить образование и также идти выполнять воинский долг, конечно, пожелание вернуться живыми и здоровыми. Ну и светлая память погибшим и спасибо ныне живущим. Сейчас Анатолий Просвирин живет обычной жизнью и чувствует себя хорошо. Но тогда, в 81-м году, это был юный 18-летний парень, который воевал за нашу страну в Афганистане. Во время страшной войны солдат получил миновзрывное ранение и потом еще несколько лет лечился в госпиталях. Сегодня вместе с остальными участниками боевых действий Анатолий пришел на митинг, чтобы почтить память тех, чья судьба сложилась гораздо трагичнее, тех, кто не выжил. Вот эти прожитые годы уже в данное время, они все равно остаются в душе, и мы, когда встречаемся с парнями, делимся своей жизненной позицией, помогаем друг другу. Но, конечно, вспоминая Афганистан, прожитые годы там, это боль, утрата тех парней, которые погибли там. Ну, стараемся и матерям помочь, и женам, у кого мужья пропали. Родные погибших бойцов пришли на митинг в этот день, чтобы почтить их память и поблагодарить тех, кто вернулся живым. И спасибо всем за память. Спасибо всем, кто помнит о наших сынах, об отцах, о братьях, о сестрах, погибших в горячих точках. Спасибо всем, кто прошел этот ад военных горячих точек и вернулся живыми. И сейчас помнит о тех временах, когда эти были дни, тяжелые, страшные дни. Заряжай! Огонь! 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 На примерах воинов-героев живет целое поколение. Молодые кадеты возложили цветы на мемориал в знак уважения к тем, кто участвовал в интернациональных движениях, воевал в горячих точках. Мы каждый год чтим память павшим героям за Афган. Хотим сказать большое спасибо за мирное небо над головой. Мы им благодарны. Хоть мы не видели своими глазами эту всю войну, мы все равно помним и скорбим. У памятника воинам Отечества каждый год проходят митинги, посвященные героям войны. Сегодняшнее поколение, которое живет под мирным небом, не забывает подвиги наших бойцов и чтит их память.